1952 году в игре Chicago Blackhawks против Нью-Йорка Рейнджерс нападающий индейцев Билл Мосиенко установил мировой рекорд. Всего за 21 секунду он забил 3 гола, оформив рекордный хэт-трик. К этому результату вплотную подобрался только южнокорейский нападающий Донг Хуанг Сонг, который в игре против сборной Таиланда за 2 минуты 52 секунды 5 раз подряд огорчил голкипера соперников.